Стехин падает, и что? Нарушение в этом не видят арбитры. А Баченский устремляется вперед на Бойда. Тот здорово! И красотища какая! Но опять все делают игроки первого звена. Бой Доус Баченский. Какое красивое подставление сейчас, посмотрите, в исполнении Найджела Доуса. Опа! А уже огромный Кошечкин сел на лед. Раньше немного времени. Как подрезал Доус шайбу, а? 2-0 Борис повел. Очень здорово. Молниеносно контратакует сегодня Борис.